С 2004 года между объединениями профсоюзов Калининграда и Гродно началось тесное сотрудничество. Уже тогда было подписано обоюдное соглашение сроком на один год. Впоследствии неоднократно велись переговоры о возобновлении сотрудничества. Профессиональным объединением трудящихся удалось договориться, и подписание соглашения о сотрудничестве между Гродненской и Калининградской областями стало прямым подтверждением серьезности намерений обеих сторон. Соглашение будет действовать 3 года, до 2019-го. И за это время планируется расширить сотрудничество и обмен опытом между объединениями профсоюзов Белоруссии и России. Нам нужна, как и им, собственно говоря, нужна поддержка на международном уровне для того, чтобы мы могли в Международной организации труда отстаивать интересы наших членов профсоюза и, естественно, российских членов профсоюза. И, кроме того, развитие нашей туристической деятельности, культурно-массовых мероприятий, обобщение опыта работы. Перенять тот опыт, который имеет белорусская сторона, научиться тем принимать решения так и трудиться, как трудится белорусская сторона, мы со своей стороны передадим свой опыт взаимодействия, сотрудничества с другими республиками. Первым, что обсудили на встрече представителей объединений профессиональных союзов двух областей, это подписание трехсторонних соглашений с Польшей и Литвой. Такие договоры позволят улучшить и упростить решение вопросов, которые могут возникнуть у членов профсоюзов во время работы на территории каждой из стран.